Всем привет! Вы на канале Злата ТВ, с вами ваш тренер Зубенков Андрей. Как Гвардиола влияет на сборные? Да все просто. Смотрите, какая ситуация. Когда Гвардиола работал в Барселоне, в качестве, естественно, главного тренера, то сборная Испании становилась чемпионом мира. Потом Гвардиола переехал, помним, в Германию, в Баварию возглавил. И тут же сборная там через какой-то срок становится чемпионом мира. Сейчас вот получается, что он работает в Англии, и английская сборная уже в полуфинале. И просматривается стиль как раз таки игры Барселоны и именно Гвардиолы, тики-таки. Где-то в каких-то моментах. Вот поэтому я думаю, что англичане, если победят, то факт Гвардиолы, присутствие его в той или иной стране, где он работает, это очень влияет на игру сборной. Вот такая вот интересная задачка выскочила от Гвардиолы именно. Ну, посмотрим на англичан. Они, по крайней мере, должны сразу обыграть в 1/2 финала датчан. А там уже их ждет Италия. Вот такая вот новость. У меня на этом все. Всем пока.